В ноябрьске подожгли автомобиль, и случилось это недалеко от здания полиции, по информации городской пожарной охраны. Сегодня примерно в 2 часа ночи поступило сообщение о том, что в районе остановки ОВД горит Toyota Camry. Уже через 4 минуты огнеборцы были на месте, но их помощь не потребовалась. Хозяину авто удалось потушить пламя самостоятельно. Тем не менее, передняя часть машины от огня пострадала. Эксперты выяснили, что это был поджог.